Ежегодный фестиваль «Радуга», приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся в Люберецком дворце культуры. По традиции, воспитанники детских садов и творческие коллективы городского округа показали свои таланты. Предконцертная суета. Кто-то поправляет прическу, кому-то делает макияж, а кто-то вместе с друзьями внимательно рассматривает зал. Пару минут подготовки, и праздник начался. Первыми на сцену вышли воспитанники 13-го детского сада «Синяя птица». Фестиваль детского творчества «Радуга» проходит в Люберцах уже 12-й раз. Ежегодно он собирает воспитанников детских садов со всего городского округа. На этот раз свои таланты показали около 300 малышей из 22 дошкольных образовательных учреждений. Я хотел бы сегодня всем пожелать хорошего настроения, хорошего сегодня отдыха. Воспитателям хотел бы сказать слова благодарности за вашу работу. Ну а родителям порадоваться за своих детей, потому что они на самом деле многому научились. Яркий и красочный фестиваль посвящен такому же яркому празднику – Международному дню защиты детей. Большинство ребят, находящихся в зале, скоро пойдут в школу, поэтому их пожелания себе и своим друзьям в основном связаны с хорошей учебой. Пожелаю, чтобы они были хорошие и друзей себе искали, и чтобы мы все вместе в школу пошли. Чтобы у них была радость, игрушки, друзья, чтобы не было войны, и все были рады и жили хорошо. Праздник детских талантов каждый год проходит под разными девизами. На этот раз в честь года экологии он прошел под лозунгом «Мир природы, мир прекрасный». Большинство выступлений было посвящено теме любви к окружающей среде. Пусть будет нарядна земля. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.